Спасская башня Московского Кремля – один из главных символов России. Здание было сооружено архитектором Пьетро Антонио Салари в 1491 году. В XVI веке на башне установили часы-куранты, а в XVII возвели многоярусное навершие в готическом стиле. Рубиновая звезда появилась в 1937 году. К началу реставрации башни в 2014 году фасады, декоративные элементы и циферблат сильно обветшали. В ходе работ восстановлены стены разных временных периодов. Кирпичную кладку докомпоновали и вычинили, а швы заново прорисовали вручную. Глобальной реставрации подверглись деревянные врата. Восстановлены и дополнены недостающими элементами 1044 белокаменных украшения на верхних ярусах башни. Отреставрирован медный шатер, имитирующий черепичное покрытие. Восстановлена художественная роспись на его поверхности и позолота флажков прапоров. Циферблаты курантов очищены от окалины и ржавчины и обработаны защитным составом. Цифры и стрелки покрыты сусальным золотом. Поновлен и сам часовой механизм 17 века. Все детали расчищены, отполированы и заново залиты часовым маслом. Специалисты, привлеченные на реставрацию часового механизма, это уникальные люди, их единицы в России. При реставрации рубиновой звезды звезда разбиралась на 120 элементов. Каждое стеклышко протиралось, реставрировалось и обратно устанавливался заранее отреставрированный металлический каркас. Старая система освещения заменена более энергоэффективной. Для защиты стекла от тепловых воздействий в основании установлена система вентиляции и кондиционирования. При этом исторический внешний вид и конструкция звезды полностью сохранены. В полном великолепии Спасская башня Кремля предстала в апреле 2015 года, когда все реставрационные работы на фасадах были завершены.